есть вот эта книга, она раньше была в единичном экземпляре в магазине, скромно стояла на полке. Теперь она лежит на выкладке практически все время и не теряет актуальности. Вот, Виктор Вахштайн, «Техника», серия издательства Европейского университета «Азбука понятий». Да, вот остальные книжки этой серии, вот эти прекрасные научно-популярные книжки, которые о социальных науках, они у нас лежат без упаковки. Понятно почему, чтобы человек мог полистать эту книгу, понять, о чем. Вот Виктора Вахштайна несчастного мы вынуждены держать в пленке. Хотя это, конечно, абсурд полный. Потому что эта книга по социологии и никакого отношения к политике не имеет. Перед этим законом мы об этом активно оповещали публику и говорили, что некоторые книги скоро, вероятно, исчезнут из продажи, их будет не достать. Поэтому люди на самом деле скупили все, что могли, потому что я знаю, что, например, вот книга «Лето в пионерском галстуке» — это вообще не формат книжного магазина «Все свободны», у нас нет таких книг, ну, типа, это фанфик, ну, такая веселенькая, несерьезная литература, но нам приходилось ее продавать, потому что она стала символом движения за свободу слова. Вот, и люди покупали ее, те, кому, ну, неинтересно было бы это совершенно в обычное время, но из чувства протеста покупали. Купил, причем вот это интересно. Нам не хочется читать. Это достаточно унизительно выискивать эти книги и запаивать в полиэтилен и ставить наклейку 18+, но никуда не денемся, мы как бы запаиваем их в полиэтилен и наклеиваем наклейку 18+. Если закон настолько размыт, что сами не могут определить, мы вперед паровоза не побежим. Бежать не будем. Мы живем в стране, где запрещена цензура, в стране, вот, нет, давайте неправильно. В общем, мы живем в стране, где цензура запрещена, и мы не будем заниматься самоцензурой, и не наше право, и не наша возможность ограничивать наших покупателей от какой-либо информации, каких-либо книг. Там графа есть. А для новых авторов вы можете прям рукопись туда послать. И нам уже по отделу. Нарисовала открытки. Да, это наша местная. Я принесла книги, которые я писала сама. Это поэзия, это поэма «Новороссия гроз», «Новороссия грез», которая описывает события, военные события 2014-2015 годов. И сборник «Эти русские», который вышел уже после начала СВО в 2022 году.
слышу, что люди что-то находят из себя там за... Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это уход части европейских, американских авторов, отказ их продавать права на новинки. И российский читатель, который привык к тому, что современные актуальные книги в России издаются, в общем, в те же сроки, что и на их родине, испытывает из-за этого значимый дискомфорт. Мы всегда стараемся работать в интересах читателя с соблюдением всех необходимых требований российского законодательства. В этой ситуации более активно работаем с молодыми авторами, ищем новые интересные темы.